с управлением на скользкой дороге. КамАЗ слишком круто вошел в поворот, и часть бетонных плит, которые он перевозил, вывалились на проезжую часть. Только по счастливой случайности, в этот момент, в самый разгар рабочего дня, на дороге не оказалось машин. Разбитые плиты в течение получаса погрузили на другой грузовик. Кто будет оплачивать ущерб хозяину испорченного груза, пока неизвестно.